сейчас вот мы едем уже на Шапогат 2, где мы были, это был Шапогат 1, а теперь уже Шапогат 2 есть новое. Новый микрорайон. Шапогат 1 это называется. Вот, значит, тот Шапогат 2. Здесь мечеть, это видно, какой вид красивый. У них вид здесь на администрацию. Здесь раньше такой был подъем вообще. Здесь обратно был, машин, да? Да, одна машина подошла. Вот с правой стороны Шапогат 2. Вообще вид красивый. 17 лет назад, когда хотели меняться на свой дом, привезли нас сюда. Участки здесь, пустырь был. Вот этот, я помню, канал какой-то, Леров был, вот этот там, да? Нас привезли пустырь, участок. Они были тогда недорогие, эти участки. Ну, вот этот был ров. И где-то вот здесь, я не знаю, где, в каком месте. И, короче, мы повернулись, говорю, нет, нет, нет. Мы здесь не хотим. Куда, во-первых, так далеко от города, еще ничего не было, построек никаких. И вот такой ров, это я запомнила. И мы не согласились. А люди, кто поумнее, выкупили участки, построили дома хорошие. Сейчас здесь уже такая цивилизация. Автобус ходит. Да. Ой, ну 17 лет назад. А здесь пустырь был, страшно было. Ну как? Ну, да вы что? Тут что-то дорог нету. Они что-то до сих пор не сделали. Ну, будет, я думаю, все будет со временем. Дальше цивилизация, это уже как новый город. Ну там же Мурсад же. Да. И поэтому мы в 11 микрорайон. Как бы здесь ближе возле дома было, все как-то, а это все новое. Еще лет 5 назад сюда приезжал, между домами были вот эти участки застроены. Да? Да, и тогда же пошел ажиотаж. Кто не строит, будет участки забирать. Смотри, все выстроили. Возможно, еще тогда по тем временам дешевые были участки. Пустырь, конечно. Мы испугались. Не знаю. Кто не испугался, вот, пожалуйста. На свой вкус дома построили. Улицы тупиковые. Искусственные. Утиген Булак. Смотрите, мы выезжаем с улицы, и вот один добрый человек поставил зеркало, как в Германии, в Европе, чтобы было видно, есть ли машина или нет. Молодец. Удобно, не надо высовывать.